Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Певица Алсу в эфире радиостанции «Серебряный дождь» прокомментировала победу своей дочери Микелы в шоу «Голос дети». По словам Алсу, участники шоу были втянуты в какие-то игры. Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо. Более подробно прокомментировать ситуацию со скандалом вокруг шоу она пообещала в День защиты детей 1 июня. Певица также заявила, что Микела сама будет решать, принимать ли ей еще раз участие в финале проекта. Ранее певица Полина Гагарина прокомментировала ситуацию с победой дочери Алсу в «Голосе». По ее мнению, песня, которую выбрали для Микелы, оказалась слишком сложной для исполнения. Напомним, что финалистами 6-го сезона детского голоса стали Микела Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. Зрители шоу усомнились в честности голосования после победы дочери Алсу в проекте с результатом 56%. Руководство Первого канала сначала провело расследование, а потом вынуждено было аннулировать результаты финала после того, как эксперты выявили накрутку голосов в пользу дочери Алсу. Спецвыпуск «Голос дети» выйдет в эфир Первого канала вечером в пятницу 24 мая. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!